Они постоянно делают сверху и отдают это все в дом управления. Ой, не в дом управления, а в МУП ЖКХ, да. Единственное, что мы попросили заявление, написали заявление, чтобы нам предоставили за 18-19 год эти показатели и все. То есть счетчики опломбированы и все нормально. Домоуправ показал нам, что еще есть, то есть по отоплению кто даже в плюсе идет. То есть на следующий год им там это самое будет уменьшение. У них там нормативы идут 0,16, то есть прям совсем мизерно, они идут в плюсе. Откуда у нас такие нормативы взялись, непонятно.